почему у меня такой шикарный скальпинг. Переворачиваем мы телефон, да? Есть здесь у нас скальпинг? Ну да, он здесь у нас есть. Но его не так хорошо видно. Весь секрет в том, что я торгую в вертикальном режиме. Друзья, всем привет! Начинаем обзор криптовалютных новостей. Комиссии в сети биткоина выросли до показателей января 2018 года. Средняя величина комиссии за обработку транзакций в сети биткоина выросла в 3 раза за последние 3 дня и преодолела уровень $13 за транзакцию. Текущая динамика наблюдается на фоне подъема биткоина к годовым максимумам выше $14 000. Единственным периодом, когда стоимость обработки транзакций для пользователей биткоина превышала актуальное значение, был конец 2017 года. Тогда средняя величина комиссии поднималась до $55 за транзакцию, а биткоин торговался на исторических максимумах около $20 000. Растет и доля комиссии в доходах майнеров. В пятницу 30 октября эта величина достигла 22%. Величина комиссии определяет место транзакции в очереди неподтвержденных переводов в мемпуле на добавление в следующий блок. Чем больше пользователей совершает переводы, тем больше очередь, следовательно, выше конкуренция за первые места. Высокая активность в сети биткоина почти всегда приводит к повышению комиссии. Причина этого – техническая ограниченность сети. Блокчейн биткоина может проводить только около 7 транзакций в секунду. Как минимум, сейчас она подтверждает высокую активность пользователей в сети. Почему выбор президента США – это угроза для рынка? Сегодня, 3 ноября, в США пройдут выборы нового президента. На фоне этого возможны колебания на фондовом рынке. В свою очередь, это может сказаться на курсе биткоина, поскольку в 2020 году он показывал высокую зависимость и корреляцию от биржевых индексов. В большей степени на рынке повлияет не победа конкретного кандидата, а принятие этих результатов и возможность тех органов США вернуться к работе. Рынки пугает неопределенность. И в случае, если проигравший Трамп публично заявит о непринятии результатов выборов, вниз могут покатиться не только индексы акций, но и биткоин вслед за ними. Эксперты заявляют, что если биткоин резко снизится по итогам выборов, с большей вероятностью актив начнут выкупать. Данную ситуацию можно сравнить с мартовской, когда криптовалюта значительно быстрее восстановилась, чем биржевые индексы. Число крупных держателей биткоина обновило 4-летний максимум. В воскресенье число адресов, контролирующих одним владельцем и содержащих по меньшей мере 1000 биткоинов, достигло почти 2000, что стало максимумом с сентября 2016 года, что говорит о том, что крупные инвесторы все чаще рассматривают биткоин в качестве инструмента хеджирования против инфляционной политики центральных банков. За последнее время несколько публичных компаний объявили об инвестициях в биткоин. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, до встречи!